завершали маленькую свою большую победу. Белых поясов, белых с полоской у нас больше нет. У нас только синие, синие с полоской, желтые с полоской и желтые. Горелов Николай. Получает у нас Николай Горелов. Рядышком с собой нам положили. Баландина Алена, 8-й кью, за нее получает Николай Горелов. Демченко Александр, 6-й кью. Ос. Муратов Егор, 6-й кью. За него получает Демченко Александр. Рассказал как-то историю. То есть когда-то Стив Арнелл проводил в Великобритании сборы и увидел там пятый дан. Поезд валялся на земле. Ну, кто-то забыл, просто вот бежал. И рассказал, что вот как вот Стив Арнелл поступил в этой ситуации. То есть он подошел перед поездом, ос сделал, сел рядышком на колени в свете, поклонился, как бы взял пояс этот. Поднял, прибегает какой-то, ну, кто-то из наших российских спортсменов, говорит, это вот тот-то отсадил, он говорит, ничего страшного, убрал этот пояс. На следующей тренировке, когда в этот день вторая тренировка была, то есть получается, да, Шакан Стив Арнелл спросил, кто забыл этот пояс, как бы поднял, спросил, какой у тебя дан, он говорит, пятый, он говорит, у тебя четвертый дан, и убрал его. И он потом еще ждал 3 года, чтобы сдать на этот пояс, чтобы носить его. То есть вот такое отношение людей, те, которые давно занимаются, те, которые любят, уважают то, что делают. Да? Ос. Ос. Вместе мы много лет, здесь все наши сердца, карате наша жизнь, это наша судьба. Мы оставили здесь половинку себя. Каждый день.